вот такую юбочку вяжу. Так, сейчас, чтобы настроить. Потом объясню, как начала, как узор вязать. На маленьких спицах, то есть размер маленький, на круговых спицах. Так, такой узор получается. Это у меня пробное видео, а то все сделали приспособление для съемки, чтобы можно было ложить. А то все помощники мне нужны были, не могла сама снимать. Так. Точки. Так, накид. Буду, когда валан вязать, я вам все расскажу, объясню. Так, посмотрю, как видно, чтобы вам понятно было. Скажу, сколько петель набирала, как распределяла узор. Там и листочек заканчиваем. Гляну, чтобы понятно было вам. Таким узором можно и манишку связать, и кофточку начать. Там расширение такое объемное идет. И тунику, и платьишко я уже вязала. Костюм себе, племянница костюмчик вязала. Ну ладно, сейчас гляну, как снимает. Так, не так, чтобы видно было. Нет, так передвинуть, чтобы вам понятно было. Так, петелька. Накид петелькой. Петельки с наклоном вправо. Так, накид. Ну ладно, сейчас гляну, посмотрю, как оно и чё.